вода. Я сегодня права не в голосе. Что? Хорошо, хорошо. Я не могу вам отказать. Здорово, які були, панове. Здорово, земляче. А ти хто такий буде? Я кузнець Вакула із села Дікарька. Кузнець із села. А по виду і не скажеш. Ви, панове, у нас прошлою весною в Діканьки гостіть два дня ізволіли. Помніте? Помню. Гарне у вас село. І дівчата гарні. Так ти тут, кузнець, що малює знатно? Як не припомні. Ми з тобою ще в перші дні слухи так налакали, що я не помню, як і в те указався. Ні, то не со мною. Ну, все одно, земляче. От так встреча. І де? В Петербурге, в царському дворце. А ви, братце, що здесь во дворце то делаете? До самої царицы на прийом явились. Виразила високе желание одарить нас такой честью. Господа, наша Божа королева, що три вечір, добрий людям, при на здорове я. А наша гарі поясочка, вона поясні. Хлопці, а візьміть і мене з собою. Не можна. Никак нельзя. Нет, нельзя. Проси, проси, бестя. Хлопці, а може і правда возьмем його? А чого ж не взять? Давайте возьмем. Только смотри, козак. Не вздумай ляпнуть чего-нибудь на высочайшей аудиенции. А то я вас не кантинских знаю. Язык, чтоб помыло. Девчат, ну что ж таки? Светская жизнь. Девчат, девчат не бачу, тише. Ваше Величество. Кто там еще? Ваше Величество. Развлекаетесь. Не хотел отвлекать. Ну, как вы изволили, явились запорожские казаки. Прикажете пригласить? А что, Потемкин? Они хорошенькие? Кто, Ваше Величество? Это казаки. Не имею чести знать, поскольку являюсь ценителем не мужской, а женской красоты, коей вы, Ваше Величество, являете непревзойденный образец. Ах, льстец. Таких льстецов, как ты, Потемкин, надо бы еще поискать. Вот за это я тебя и люблю. Ваше Величество. Ступай к ним. Я сама сейчас выйду. Слышишь, Ваше Величество. Помните, как я вас учил говорить? Помним. Помним. Главное, ничего у Ее Величества не просить. Ясно? Ясно, батьку. Ну и слава Богу.
Потемкин, казаки-то хоть настоящие? Ваше Величество, настоящие? Настоящие казаки из Запорожья. А вот тот, который самый хорошенький из них, тоже казак? Который, Ваше Величество? Вот тот. А-а-а. Самый, что ни на есть, натуральный казак. Козак, подойди ко мне. С превеликим моим удовольствием. Только я, Ваше Величество, не козак, я кузнец. Ах, кузнец? Шарман, шарман. Значит, ты и лошадок подковываешь? Я и ограду могу выковать. Я еще и малевать умею. Посмотрите, какой милый. А скажи-ка, любезный, что тебе больше всего понравилось в твоей царице? Признаться, как только вас увидел, взгляд не мог отвести от ваших удивительно гарных башмачков. Я подумал. Что подумал? Для того, чтобы носить такие башмачки, ножки должны быть чисто сахарные. Ах, кузнец, удивил. Удивил. Проси, чего хочешь, пока я добрая. Ну, проси, казак, проси. Раз ее величество того пожелали, проси. Хочу попросить ваши башмачки, чтобы, глядя на них, вспоминать сию высочайшую аудиенцию. Вот чудной. Не далее, как вчера, мне из Голландии доставили башмачки. Так они бесте малы. Принести их. Это мой тебе будет сувенир. И бывает же на свете такая краса. Благодарен, Ваше Величество. Я бы с вами побыл еще немного, да мне в дорогу пора. Ох уж эти казаки. Голову вскружат, туфельки заберут, а потом хлоп и поминай, как звали. Южная кровь.